Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. Микрофона Мария Кожевникова. В регионе растет число детей-сирот, получивших жилье. Об этом сообщает областное министерство образования. Если в 2013 году его получили 342 человека, в 2016 – 559, то в 2017 году жилье приобретут лишь 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день новые квартиры получили 404 человека. На покупку жилых помещений в этом году предусмотрено 556 миллионов рублей. 59 из них выделены федеральным бюджетом и 497 миллионов областным. Выделенные в 2017 году средства позволят приобрести на 25% квартир больше, чем в предыдущем году. При этом губернатор области Игорь Васильев поставил задачу перед муниципальными образованиями усилить контроль за качеством приобретаемого жилья. Дайджест недвижимости. В Заксобрании приняли закон, который защитит дольщиков. Накануне на пленарном заседании УЗС он был утвержден во втором чтении. Теперь региональное правительство получило полномочия, которые позволяют передавать замороженный дом другой компании, чтобы она достроила и сдала объект в эксплуатацию. Подрядчики будут выбираться на конкурсной основе, рассказал автор законодательной инициативы вице-спикер УЗС Роман Титов. Только после ввода объекта в эксплуатацию застройщик получит меры поддержки в виде предоставления без проведения торгов земельного участка в аренду. Заверяю вас, что мы постоянно взаимодействуем с правительством Кировской области и оперативно рассматриваем вопросы обманутых дольщиков. Между первым и вторым чтением мной были внесены во взаимодействии с прокуратурой определенные изменения. В частности, был введен новый термин. Мы меняем понятие «обманутые дольщики» на понятие «пострадавшие участники строительства жилья». По словам Титова, принятый закон должен помочь решить проблему дольщиков объекта на Горбуновой, 31, и Нового Сергеева. Защитит он и других покупателей строящегося жилья. Дайджест недвижимости. А между тем в России собираются отказаться от долевого строительства, но сделать это получится не раньше, чем через 3-5 лет, заявил глава Минстроя Михаил Мень. Ранее президент России Владимир Путин поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования строек. Риски при этом будут нести не покупатели жилья, а банки. По словам Меня, разработка программы перехода еще не началась. Цитирую, нужна осторожность, чтобы не обрушить рынок и чтобы квартиры не подорожали, заявил глава Минстроя. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.